Хейо, гайс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию Far Cry 3. В прошлой серии мы с вами выполнили миссию, мы защищали какого-то мужичка, из-за него, блять, мы проиграли раз миссию, захватили несколько ванпостов, теперь нам нужно... Так, все работает, хорошо, ничего не полетело. Нам, наша сегодня цель с вами вышка, аванпост раз, аванпост два, еще одна вышка и миссия. Кто крутой? Я! Нет, я. Поэтому берем машинку. Так. Да. У меня суперводитель. Так, давайте лучше по этой дороге поедем. Хотя нет. Мне та более нравится. Камень. Так, вышка уже близко. Так, там какая-то машина. Тихо, не врезаемся. Они что, уже начали на вышку лазить? Нет. Ладно. Значит, пока что все удачно. Оп. Ой, это какая-то легко запираемая вышка. Даже проблем у нас с ней уже никаких нету. Так. Оп. Так, лесенка наверх. Все, я уже забрался. А нет. Тихо, не упади. Еще одна лестница вверх. И мы активируем раз датчик. Мы спустимся по тросу, либо можно просто спуститься вниз. Упав. И активировать можно... Ну, машину, то есть взять. Активировать машину. Взять машину и поехать вперед. Так, поехали. Что у нас открылось? Херня. Мини-города. Пещера. Пещера это прикольно будет. Там, значит, артефактик уже стопудово будет. Готово, мы включили. Забираем и... Что, только один трост? Нет, два. Ой-ой-ой, тут сразу реликвия около нас. Ай, а нам сюда нужно. Ах, черт. Ладно, давайте тогда я спущусь. На тросе. Можно ближайшие тросы? Где? Там скорее в море, поэтому мы идем туда. Все, поплыли, поплыли, поплыли. Здесь будет наш артефакт. У меня почему-то такое предчувствие. Как ты зажигалку зажигаешь, если у тебя... О. Так, раз. Два. Так, денежки забираем. Так, тут еще ящик был. Вдали там тоже получается у нас пещера. Так, стопы. Это я выплыву с этого, да, стороны моря? Катера нет. Нужно туда плыть. Как мы сюда и приехали. Ну, то есть доплыли. Возьмем сейчас катер и поплывем по морю. Ух ты, это даже не катер. Там еще одна пещера. А там у нас что? Стоять. Нужно проверить. А там у нас ничего, ладно, то просто пещера. Так, берем водный скутер. Гироскутер. Ай, чертовы камни. Погнали. Ну, она быстрее перемещается, если честно так смотреть. Так, это нам карту показывали. Там артефактов нету, только сундучки. Ай-яй-яй-яй. Только так, да?
черт, я тупанул. Течение, течение, течение. Ладно, это мой выход. Так, тихо, тихо. Давай, чтобы мне течение не зассало. Пойдем в гору. Блин, а я так уже близок был там. Короче, где растет трава, там можно залазить. Где трава не растет, там я соскользю. Ладно, как я, в принципе, и говорил. Хотя, давайте, ладно, пока еще время есть, так. О, это свинки. Добежим, плюс тут уже близко. Так, сразу. Снайперка. Так, я со стороны, блин, да, водопадик. Так, снайпер. Снайпер, это плохо. Ладно. Там двоих. Тихо, тихо, не упади. Не сделай себе бобо. Снайпера я по-любому с первым с... Ну, блядь, тупые с... шавки. Блять, он нашел, ладно. Собаку услышать, блять, если я стрельну. Тихо. Так, давайте, ладно, попытаемся. Нахуй я ударил? Иду за ним. Пусто! Издевайтесь, что ли? Не, давайте из лука. Из лука. Пли. Готово. Еще? Все. Фух, изи. На этот раз мы уже с вами арбалетчики. А теперь осталось пособирать пули. Так. Так, здесь я убил одного. Он что, упал? Чел, да, упал. Одного я только, кажется, убил с этого. Мы еще не закончили. Не поможешь с заданиями с доски объявлений? Нет, извините. Кто тут крут? Я! У меня сейчас вообще другая идея. По действиям. Так, стрелы. Аптечек закупить можно либо сделать. Надеюсь, семья в порядке. О. Карта памяти, стопэ.
боезапасы купить, закупиться, да, купить, все закупить. Поехали. Карта памяти. Запрещенный препарат 2. Инвестиции и в экспериментальные военные препараты продолжаются разочаровывать. Ну, продолжают разочаровывать. Все типы вызывают тяжелые психические расстройства и у испытаемых. Целая группа и трое наших людей погибли, когда состав оказался генетически модифицированным заирским подтипом Эболы. Мы рекомендуем сжечь все оставшиеся материалы, либо продать их экспериментаторам, группировкам в качестве биологического орудия. Эх ты ж ё-моё. Ладно, у нас есть машина. У нас есть машина. Мы договаривались, следующее у нас... О, собаки Динго! Ребята, собака Динго! И там аванпост. Ладно, давайте, короче, я к аванпосту поеду как раз. Нет, я не буду останавливать запись. Мы с вами сразу походимся на Динго. Захватим аванпост. И начнем миссию. Так, тихо. А я все равно там по пути буду ехать. Как раз и вы тоже увидите, как собаки эти Динго выглядят. Именно в этой игре. Йоу-йоу, репа. Так, собака Динго, я что, проехал уже? Так, ладно. Так, препараты. Время юзать препараты. Так, предметы. Создание предметов. Так, охотник. Применить. Нахуй мне свиньи. Здесь должны быть эти собаки Динго. Вы гоните? Окей. Я вас понял. О, тут еще реликвия есть. Не, вы серьезно? Я только свиней вижу. О, там что-то ходит. И это свиньи, вы чё, издеваетесь? Ого-го. Ладно. Нашел. Где? Где реликвия? Не, вот это, конечно... Херня, это плохо. То есть я тут стараюсь. А, вопрос, а как теперь мне отсюда выбраться? Все, понял. С помощью паркура и ног. Тут только свинья. Ладно. Пауза. Сразу и продолжаем. Ой-ой-ой. Там снайперы друг на друга палят. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Сначала всех спалю. Нихера тут снайперов. Ебать.
буду опять. Даже за меня. Да уж. Так, мне нужно обойти их и как-то взойти в спину. Два снайпера в одной точке. Вы что, гоните? В смысле? О, все, нашел. Так, а теперь главное выбраться мне отсюда. И расстреляю их хер знает откуда. Да, отсюда я расстреляю. Тихо-тихо. Куда ты, наверх побежишь? Блять, тупое дерево. Ну нет, 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 нет. Иди в сраку. Тварь. Жуля, минус 1000 опыта. А вот было бы и все идеально. Пидарас. Вот пидарас. Ну, я ж не думал, что он так сделает. Пипец, у меня уже тут дерьма набралось. Одного! Одного не хватило! И он заметил. Просто жесть. Ладно. Хилки. Эх, обида, обида. Так, ладно. Что у нас там следующее? Следующим у нас этот аванпост, радиовышка. Да, радиовышка. А, поехали. Так, я резко продолжил, потому что тут кое-какая новая дичь у нас бегает. Сейчас, если... Во-во-во-во. Пожри говно, тварь. Тихо, тихо. Белый тигр. Белый тигр. Белые тигры рождаются в результате мутации бенгальских тигров. Они были столь редки, что их часть имбирдировали, как европейских королей или звезд реалити-шоу. Походу, это очень редкое животное. И мы его нашли без охоты. А засчитали как обычную шкуру. Кто бы ты ни был, я тебя найду. Вот черт. Руби и кружить. Эх. Би-би-би-би-баб. Минус. Эх, ребятки, ребятки. Я тут буйволов нашел. Они мне тоже нужны. Ой, блядь! Буйволы.
хищники херовы. Вот буйвол мне, скорее всего, понадобится. Еще можно? Все, да? Ладно, давайте тогда. Так, ладно, поехали. Ой, они втихаря сзади. Они на... Уходите от меня. А, чтоб они в спину не напали. Так, раз, два. Псина. Блять, одна сигналка. Но зато у них псина есть. Одна сигналка, псина. Это не может быть только двое. Еще нужно искать. Тихо. Что, блядь, так воняет? Так. Сигналка где? Здесь, короче, еще один. Дождь. Тихо. Немножко, немножко не хватило, чтобы меня засекли. Капельку вообще-то. Сука. Сигналку нужно выключить. Так, тихо. Наёбываем. Блять. Приятель, давайте без вот этой хери. Спасибо, львы. Изи. 1500. Изи 1500 на моем счету. Тень. Новая шмотка в магазине. О, еще один ноут. Так, боеприпасы. На все покупаем. Да. А ну-ка давай, любимое орудие. Ух ты, что-то эти. Сразу с улучшениями. Тень. Нихера себе. Дезинтегратор. Это Крис. А мне еще Крис не предлагали купить. Блин, ну... Хотя... Вот пекаль бы мне вместо чего-то. Хотя, нахер оно надо. Ладно. Так. Экстазм. Или и. Эктази. Ладно, мы очень довольствуем информацией, полученной от китайских источников. Он изучал экспорт синтезированного экстракта для изготовления экстази. И представляет нам для оборудования... необходимое для
широкомасштабного производства таблеток. Начальные тесты дали великолепные результаты при минимальном числе смертельных исходов. Рынок сбыта — Северная Америка, Европа, Австрия и Азия. Наркоманчики. Так, ладно, давайте, короче, останавливаю и бегу до вышки. Так, все, я добежал. Опа. Халявка. Окей. Ага. Вот так, вода. Ты, Шимики, ты зря сюда лез. Хотя... Так, дождик развеивается. Так, окей. Раз. Так, залазю. Машина сверху, машина сзади. Ну, то есть, спереди. Так, раз. Так. Деньги. Деньги. Почему ты не зацепился? Так, прыгаешь и... Хо! И цепляешься. Он не зацепился. Откуда я начинаю? Должен около вышки быть. Давай, давай. Отправляюсь на вышку. Хорошо, что она тут недалеко. Там где-то пробежать, ну... Ай, блядь. Я... А, не, все норм, 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 норм. И главное, хилку потратили. А ты телепортнули сюда. А где я тогда? Здесь, да? Хотел прыгнуть. Опа, а чё ты не зацепился? Ладно. Так. Ребят, я вот реально вот думаю, как я буду с Скайрим играть, если здесь у меня столько времени занимает всего лишь несколько локаций, а там почти вся игра состоит из локаций. Это же будет... Вау, это будет жестко. Тогда мне придется играть на уровне новичок либо ученик. Поговорите с Герком. Мы поговорим с ним в следующей серии. Да, я миссию все-таки не успел сегодня выполнить. Тупые ванпосты. Так, машину. Это мы уже захватили. Тотемный домик. Готово. Что у нас халявное? Что нет? Такс. Осталось... О, уже 18, аж 11 активных. Там уже осталось немного ванпостов вот здесь. Но это уже второй остров у нас получается. И уже этот почти все обследовано. Да, в следующей серии у нас будет с вами уже Улья, сама миссия. Захватим еще, если успеем, две площадки. Колыбель и... площадку обозревательную. И все, у нас тут еще миссии синие. Вам посылка, боевой пес. Да. И вот еще ванпост. Можно будет по морю, в принципе, добраться на этот остров и здесь начать выполнять. И обезьяне, как мартышкин труд. Да. Игра будет пройдена на 100%, но это нужно еще с реликвии вот эти сараны собирать. Ладно. Магнум. Так он же и был уже бесплатный. Ладно, давайте тогда на последние каких-то 15 секунд заберем трофей. Привет. В следующей серии нужно будет прокачаться. Так, а кто это вообще? Тапиры? Тихо, тихо, тихо. Давайте, ладно. Блять, их тут двое. Бом.
Бум. Так, забираем. А, это буйволы. Ну что, ребята, ладно. Сейчас я дособираю, а с вами начну прощаться. Поэтому... Пожалуйста, не ко мне. А, это мирные жители. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.